Инвестиции для чайников, все ошибки и начинающие инвесторы. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня расскажу про все ошибки. Первая ошибка, это значит, заключается в том, что слишком активная торговля и распродажа брокерским счетом. То есть, когда вы начинаете инвестировать, не стоит инвестировать и открывать много брокерских счетов. А я вам рекомендую открыть только первый Тинькофф банк, открыть счет, если вы из РФ. Если вы из другой страны, то в Фоломаркете можете найти, написать просто поисковик инвестор, инвестиции или просто инвестор. И все. И по рекомендациям, где вы раньше скачали какие-то предложения с вашей страны, вы сможете найти. Второе. Покупка активных на взлете. Когда вы покупаете акцию активную, когда она взлетает, то она может или упасть, или вырасти. Вам нужно выбрать. Давайте вам некоторые советы расскажу. Например, сделаем компанию Coca-Cola. Если она вырастет, мы должны покупать или нет? Тут два варианта. Да или нет. Когда компания растет, то может она упадет или может она срасти. Если вы знаете, в каком темпе она раньше это все росла. Ну, вы знаете компанию Coca-Cola. Суть в том, что она много рекламы в нее влаживают, когда начинается Новый год. Это к началу Нового года. Вот когда она растет, стоит ее купить. Возможно, она потом упадет за то, что вы слишком много покупаете ее. Потом она обязательно вырастет, потому что биткоин, когда я раньше купил, потом сразу такая же самая ситуация, то даже если вы купили акцию Coca-Cola и она упала, то переждите, она вырастет. Потому что вы только в начале купили, когда она была на подъеме роста. Как-то так. Все деньги вкладывать только в акции. Стоит ли это делать? Если вы доверяете какому-то банку и какому-то компании, то можно. Ну, например, то же самое Coca-Cola, просто сейчас уже Новый год, сейчас просто покупают. Я тоже их купил, и посмотрим, что произойдет. Не сразу же, поэтому нужно переждать этот период, сколько можно заработать на инвестициях. Риски, брокерские счета и предупреждение о рисках. Рассказываю про риски. Будьте аккуратны. Например, любые акции, ну, возьмем, как всегда, трендовая Coca-Cola. Когда она падает, стоит ли покупать, когда уже Новый год? Конечно же, вариант расходится, нужно проанализировать, стоит ли покупать. Ну, например, вот такая вот статистика. Она сначала растет, вы там пропустили этот момент, потом она упала. Стоит ли купить? На посредине. Она может вырасти или может упасть. Я бы, конечно же, попробовал, почему бы нет. Все же может быть немножко в минус, немножко в плюс. Ну или вообще-то больше плюс. Но не может быть в минус два раза больше, чем больше плюс. Потому что по статистике она растет именно так. Проанализируйте, и у вас появится ответ какой-то компании. Если берете Coca-Cola эту компанию, то вот вам данные, в принципе, годятся. Слушать рекомендации других людей. Стоит ли слушать только проверенных, которые долго этим занимаются, то, в принципе, они могут вам сказать. Но не стоит же сразу же... Ага, такой пример, вы сразу принимаете такой же пример к своему примеру. Можете такое сделать, если проанализируете.
или повторять за автором, то он как помогает, и мне тоже так помогали, когда я в детстве. Да, я записал ролик, как инвестировать несовершеннолетнему, Альфа Прайм, найдете в интернете. Вот.